И по многочисленным просьбам телезрителей Хабар возобновляет показ песенного конкурса Евровидения, который нынче пройдет в Стокгольме. Вместе со 180-миллионной аудиторией первый полуфинал в прямом эфире казахстанцы смогут увидеть уже сегодня в 1:00 ночи. Трансляция второго полуфинала и финала будут в это же время в ночь с четверга на пятницу и с субботы на воскресенье. Привилегии при покупке прав на ретрансляцию Хабар получил, вступив в Европейский вещательный союз в качестве ассоциированного участника. К слову, впервые за 60-летнюю историю конкурса на сцене выступит приглашенная мировая звезда Джастин Тимберлейк. Не пропустите самое фееричное шоу года уже сегодня на телеканале Хабар. Конкурс расширяет границы. В этом году он впервые будет транслироваться в Америке. Второй год подряд участвует Австралия. Думаю, недалек тот день, когда и представитель Казахстана выйдет на сцену Евровидения.